Вечер добрый, друзья. Мы пришли мы с моря, собираем пикничок. Как видите, уже привели себя в порядок. На пикник мы сделали капустный салат. Ну, почему-то нам не хватает овощей, очень-очень хочется овощей. Здесь капуста, огурец, укроп, петрушка и растительное масло, естественно, все посоленное. Сейчас оно пропитается, сок даст, будет очень вкусно. Нажарили грибов, это подосиновики, нажарили их с луком. Это будет, как знаете, дип, такое наполнение к картофелю отварному. Еще один наполнитель хотим к картофелю сделать. Это невероятно вкуснятина. Это делать сейчас будет Лена. Где у меня Леночка? Леночка сейчас это будет делать. Знаете, это что? Будет это сало, жареное с луком. Это обожает ее муж и обожает у нас один из участников нашей тусовки. Special for you, Игорь Николаевич. Делаем вот такой вот наполнитель. Сначала в сковородку отправляем сало, порезанное вот такими кусочками, и подтапливаем. Сало становится прозрачным, добавляем туда лук. Немного соли, перца. Пока Лена жарит, я порежу леща вот такого вот толстенького, классного. В картошечке будет самое то. Смотрите, какой шикарный. Показываю результат. Сало с луком готово. Вот так вот аппетитно выглядит это все. На картошечку отварную будет бесподобно. Также я нарезала леща соленого в контейнер. И готовый контейнер. Сейчас немножечко здесь остынет и тоже сложим в контейнер. Здесь фрукты, грибы жареные и салатик. Собственно говоря, у нас все готово. Как только доберемся до моря, накроем стол, я обязательно вам все сниму и покажу. Увидимся.